Моторола, привет. Да, привет. Слушай, тут сказали, короче, открыли мне тайну, что ты меня, кажется, ты меня расстрелял в аэропорту. Как же так-то, мотор? Ну так получилось. Как так получилось, что ты в зоне моей видимости смог оббежать половину аэропорта, схватить автомат, расстрелять, вернуться обратно и сказать: Глеб, как так? Я думаю, что представители ВСУ, они тебе должны рассказать страшную тайну, что на самом деле я новейшая разработка, уважаемых сил Российской Федерации, биоробот. Ну, то бишь я не один такой, а нас там целая куча. Вас клонировали? Да, да, да. Ну, тогда все понятно. Ну вот и весь ответ. Да. Ну спасибо тебе большое, мотор. Все, за то, что я тебе возил броники, за все получил, понятно. В общем, ладно, все это шутка, все это бред. Но будем надеяться, мы хоть как-то ответили на нападки со стороны украинских СМИ. Украинские СМИ – это вообще болото. Лживое болото. Здорово, отцы! Игорек! Насочился бы вообще! О, какие люди! О, как погрузки люди готовы. Здорово, отец! Да со мной, ладно, че уж. Вот такую шапку подогнали в Донецке. Но я теперь на больничном, так что все, халява. О, Борис Борисович! Приветствую! Мужик! Борис Борисович! День добрый! Привет! Добрый наш! Рад видеть тебя! Добрый наш мир! Ой, тихо, тихо, тихо! Ты что, жмешь-то так? Извини. Тихо, расходи. Кишки не вылезли. Чего вы меня не... Все, теперь халява. Теперь только наблюдать, как люди работают. Поставки зимой, да? Красота! Игорьку денег выделить, чтобы этот шар повесил никерский. Ага. Ну что, мальчик, свечки воруешь? Да, да, из да. Только что купленной машины. Это укро, это... Все, блядь, Борис Борисович, это Донбасс. А Денчик — это олицетворение Киева. Борис, все, Борис, сломал. Да. Борис Борисович, да. Хапай вот это для Лешего. Письмо на фронт. Что? Бери, выгружай. Не, вот, ну, все. Да я понял, да. Я иди туда, туда. Ну, я почему-то до сих пор не женат. Погнали. Так, пошел. Легко давление мамы. Мотор. Нам дело, меня очковать. Тут у нас стало тихо. Мука для мозгового. Царь печка. О, я поехал. Тепло дальше. По домашнему. Нравится ему там, нравится. Да, хорошо там. Кажется, она легче, чем мука-то будет. Да и что, сейчас опрокинем обратно. Идеальная погрузка. Да давай. Ничего. Да, да, да. Давай, палец, палец. Давай крути, здоровяк. Идеальная техника безопасности. Я предложил, а вы мне сказали, Стоп. Это баба, блядь! Тихо, не... Да никак он не проедет. Я же сказал, давай подъеду, блядь. Нет, вот... Подъедьте! Слушай, давай подъезжай, реально. Да ты что, ё-моё? Не, ну, блядь. Стоп! Стоп! Надо запрашивать 10 таких печек теперь. И ко мне. Дайте промазать. Матершинники, всем бы рот с мылом промыл. Одни быдланы тут работают. А, нет, нет, здесь колеса. Она на колесах. Ну что, братюня, мы едем, нет? Машина загружена. Здесь основной груз идет на мозгового, на луганский дом малютки номер 2. Полностью закрыли заявку луганского дома. Перевальский интернат и пансионат дом ветеранов войны. 45 кубов. Еще раз хочу от души поблагодарить мецената, благодаря которым удалось приобрести этот замечательный автомобиль. 45 кубов, 12-й год, машина еще на гарантии. Водитель у нас вроде как опытный, поэтому надеюсь... Игорек, закрывай! Опечатываем! И с Богом! Трубочки из животика, кстати, сегодня вытащил все. Приятные были ощущения. Вытягивали просто как будто вот пожил. Жилы как будто, да? Да, как будто жилы вытягивали.
что, давай, Игорь. Давай, поехали. Давай, Игорь. Давай, нет. Новороссия, новая Россия, Новороссия, русская земля. Мы на империю верим с новой силой. Новороссия. Новороссия, новая Россия, Новороссия, русская земля. Мы в империю верим с новой силой.